Здорово, хиканы! Как вы знаете, скоро 8 марта. И мне почему-то, я не знаю, почему именно мне задают этот вопрос, хикан. А что же подарить мне своей тян на 8 марта? Шурик, как ты думаешь, что подарить тян на 8 марта? Цветы, например. Нет, ответ неправильный. Давай еще одна попытка у тебя. Машину. Что? Машину. Какую машину? Губа закатывает? БМВ. Нет, ты не прав. Нужно, необходимо дарить подарки, которые пригодятся тебе в будущем. Практические подарки. Именно вот такие. Вот это прекрасное кайло необходимо подарить тян. А ты у меня, Шурик, я вижу недоумение на твоем, буквально возмущение вижу на твоем лице. Ты меня практически пожираешь глазами, спрашиваешь, зачем? А зачем тян дарить кайло на 8 марта? Как ты думаешь, действительно. Зачем? Чтобы фитнесом занимались. Ну, ты, конечно, отчасти прав, но я отвечу более популярно, более кратко сжато. Понимаете, хиканы? Мы, как бетарды, мы как сычевики, не побоюсь этого слова. Мы, наше тело, наша вот эта прекрасная тушка, она создана для любви. Понимаете, женщин, их очень много, а мы у мамки одни. Нас так мало, нас сычевиков, интеллектуалов, домоседов. А главное, знаешь, что главное в хике, в хиканах, в сычах, знаешь, что главное, Шурик? Нет. Ну как ты думаешь? Быть девственником. Несомненно, ты почти угадал. Хорошо, перефразирую. На чем держится весь этот мир? На трех слонах. Ну почти на трех слонах, на одном слове, на букву Д. Не знаю. Подумай, есть у тебя одна попытка. Дебилы. Нет, не на дебилах, совсем не на дебилах. На духовности. А хиканы — это адепты, комьюнити духовных людей. Наше объединение хиканов, которые — это стражи нашей цитадели духовности. И понимаете, если мы начнем махать кайлом, то мы эту духовность-то растеряем. Понимаете, вот люди, допустим, ты видел когда-нибудь, вот у меня была одна знакомая Тиана, на строечке работала, но она не читала Фихтвангера в оригинале, она материлась так, что уши закладывала, что Сергей Шнуров буквально где-то плакал и рыдал. Поэтому тянкам необходимо дарить кайло, конечно же, для фитнеса и для всего прочего. Потому что мы, хиканы, мы должны сидеть дома и держать в кулаке этот мир и спасать его от разврата и полного тотального разрушения. Надеюсь, хиканы, я полностью ответил на вопиющие вопросы. Ну, может быть, конечно, мое мнение, оно вызовет такой небольшой резонанс. Но я думаю, вы все прекрасно поймете. Слава хиканам, бабуле слава. Смотрите, что должна делать тян. Компуктер.